Несколько тысяч людей заполнили федерацию. Все пришли прогуляться по обновленной улице, посмотреть на арт-объекты, сделать фото и насладиться вкусной едой. Всего на несколько часов проезд для машин закрыли и сделали ее пешеходной. Все благодаря новому креативному проекту «Федерация вкуса». По сути, это презентация потенциала улицы Федерации. Это и гастрономический потенциал, и творческий потенциал, и потенциал вообще презентующий все направления частных предпринимателей, бизнеса, творческих людей, которыми богата теперь улица Федерации. То есть это прекрасная пешеходная зона. Планируется, что периодически она как раз будет становиться пешеходной под крупные мероприятия в летний период. И здесь объединились на самом деле творческие силы. Прогулялся по Ульяновскому Арбату и глава региона Алексей Русских. Он оценил идею мероприятия. Я бы хотел, чтобы эта улица у нас стала аналогом Московского Арбата, чтобы была пешеходной. Думаю, что на выходные нужно было движение полностью перекрывать. Видите, как много народу пришло, все с хорошим настроением. Несмотря на то, что погода немножко подкачала, но, тем не менее, впечатление у всех самое наилучшее. Я думаю, что нужно будет побольше приглашать сюда наших музыкантов, художников, чтобы это стал настоящий Ульяновский Арбат. В этот день горожане смогли насладиться большим количеством вкусной еды, послушать живую музыку, понаблюдать за уличными художниками, приобрести товары местных производителей. Ульяновцы могли попробовать себя в роли кузнеца, гончара, расписать деревянную фигурку на память. Мы рисуем корабли, маяки, еды, рыбы у нас. Рисуют дети и взрослые. Все рады и довольны. Оформление улицы произвело особое впечатление на жителей региона. Подвесные киты, лоскутный лось, белка, пингвин, катки с цветами были запечатлены на фото каждым, кто пришел на мероприятие. Вы знаете, мы даже не ожидали. Все так здорово, необычно. Очень рады, что открыли эту улицу. Что вам больше всего понравилось? Понравились вот эти вот рыбины. Вот. Тебе что понравилось? Мы еще только начали смотреть. Да. Нам нужно прогуляться. Да, очень понравилось. Замечательный праздник. Улица Федерации – одна из самых колоритных улиц города. Станет ли она настоящим местным Арбатом, будет известно в ближайшем будущем. Но такая идея явно по вкусу многим ульяновцам. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.